Тебе кого, милая? Я учительница. А, учительница? Ну, с приездом. Проходи. Прискакай. Здравствуйте. Здравствуй. Что рано тебе еще в школу-то? Уборщица здесь Настя зовут. А ты что, одна приехала? Одна. А муж твой где? Умер. Такая молоденькая. И я своего схоронила. Родные-то есть? Отец, ну он далеко, на Урале. Как тебя зовут? А? Аленка. Не надо. Ну, здравствуй, Аленка. Училка, это что за слово? В русском языке такого слова я не знаю. А вы? У каждого человека есть имя. Вот тебя как зовут? Митька. А у взрослых есть еще и отчество. Ясно? Ясно. Ну вот. А что вы здесь сидите, как старички? Какие мы старички? Ну, а если не старички, тогда бегом марш. Здравствуйте, дорогой коллега. Здравствуйте. Разрешите представиться. Ручьев Алексей Николаевич. Учитель средней школы в Холмах. Я ваш сосед. Это мои побежали. Вернее, тебе уже ваши. Бывало, зимой помораживались. 7 километров на санях возили. А теперь своя школа, и вы в ней первая учительница. Где вы учились? В Ленинграде. А. Ну и, честно говоря, не очень хотели ехать в деревню, в глушь. Честно говоря, хотела. Нет, правда? Ну, это мне особенно приятно слышать. Ведь я здесь родился. Места у нас здесь исключительно красивые. Особенно хороши зори. На лугах тумана, небо уже розовое. Вы, наверное, литературу преподаете? Нет, математику. И запомните все математики. Немножко поэты, что ли. Ну что ж, пожалуй, поеду и я. До свидания. До свидания. Чудак какой-то. Хороший он. Хорошие только дети. Thank you.
А ты чего сюда прикатил? Да еще с собакой. Иди-ка отсюда. Лида, убери сейчас же. Ух, я Лида. Да. Тебе что, Кондакова? Нельзя. Тихо! Ребята! Безобразие! Там собака. Шмыгнул. Ну, все. Иди, иди, иди. Продолжим урок. Пожалуйста, посидите тихо. С вами урок труда. Помощь колхозу! Пошли. Ну что, пришли? Пришли. Помощнички. Здравствуйте.
труда. Ну, а как у вас класс? Трудный? Обыкновенный. Немножко обжились на новом месте. Правда, здесь хорошо? Очень. Ну? Особенно хороши зори. На лугах туман, а небо уже розовое. Да. Вы запомнили? Ну, а как вам народ? Как люди? Ну что ж, люди, по-моему, хорошие. По-моему, тоже. Алексей Николаевич! Мои. До свидания. До свидания. Вкусные яблоки? Ага. Значит, работаешь? Работаю. Я вас вчера в РОНО видел. Хотел подойти, но вы куда-то исчезли. Торопилась домой. Лида, я тобой сегодня очень недовольна. До свидания, Алексей Николаевич. До свидания. И чтобы завтра пришла мама. У вас ко мне какое-нибудь дело? Нет, дела никакого нет, собственно. Ну что же мы стоим? Заходите. Да нет, я... Я, пожалуй, пойду. Идемте, я вас чаем угощу. Одевайтесь. Да вы не беспокойтесь, пожалуйста. Простите, пожалуйста. Да нет, вы можете говорить громче. Положите, пожалуйста, мои тетрадки на стол. Я сейчас. Thank you.
кушать. Хорошенькая. Ой, что это у вас? Это ходунки. Надюшка. Надюшка, иди ко мне. Нет, мы так не можем. Нам нужно одеться. Сейчас, сейчас. О, ну, все в порядке. Ну. Знаете, бывает такое ощущение, встречается два человека. Правда, это несколько пошло звучит. Но мне кажется, что я вас уже когда-то видел. И давно-давно знаю. Ну, что вы можете обо мне знать? Что? Ну, наверняка вы кончили институт. Институт я не кончала. Ушла с третьего курса. Ах, да, я слышал, у вас муж умер. Нет, он живой. Но я всем говорю, что умер. Вот видите, ничего вы не знаете. Даже мой отец ничего не знает про нас. Скрываемся мы от него. А вы говорите, встречаются два человека, и им кажется, что они очень хорошо знают друг друга. Никто ничего не знает. И никому нельзя верить, да? Да, никому. Разве только детям. А я по-личному. Ну-ка, ребята, бегите домой. Идите, идите. Ну, говори. Привет.
Женимся мы. Ну и очень хорошо. Поздравляю. Да. Несерьезно. Так трепач какой-то. Вера Николаевна, скажите, может быть, во главе семьи не самостоятельный человек? А? Ну что, почесала зубки? Глупенькая. Осторожно, осторожно. Понятно, посоветовалась. Впечатлительная ты. Есть или нет? Горе ты мое! Смотри, не подавись. Ничего, кости мягкие. Ой, как вкусно. Нет, ребята, это еще не та уха. Нужно 5 сортов рыб. А здесь леща не хватает. Ого, уже очистили? Молодцы. Ой, как мало. Мало? Возьми удочки и налови много. Вот и наловлю. И никому не дам. Вера Николаевна, можно и мы? Идите. Митка, пошли. Осторожно там у воды. Хозяйственный мужик Васька. Жадный. Все мое. Но голова хорошая. Вы, наверное, родились учителем. А вы разве нет? Я тоже люблю школу. Правда, поняла я это не сразу. Да, школа. Вы знаете, летела здесь недавно самолетом из Москвы. Совещание учителей. Смотрю вниз, а там поселки, деревеньки разбросанные, маленькие. А в каждой деревеньке школа. И вот тогда как-то я особенно почувствовал, что мы занимаемся, может, незаметным, но добрым делом. Вы, наверное, скучаете по Ленинграду. Говорят, красивый город. Никогда в нем не был. Видите, какой я глубокий провинциал. А вы, значит, ленинградка. Нет, я тоже, как вы говорите, провинциалка. Родилась на Урале, в шахтерском поселке. О чем вы сейчас думаете? Так, дом что-то вспомнила. Отца. Выросла я на руках у него. Помню, сам повел меня в школу. Уроки мои проверял. Страшно волновался, когда я поступала в Ленинградский педагогический. Я ведь так и думала. Закончу институт и поеду к нему. И не поехали. Почему? Вера Николаевна. Вы помните наш разговор зимой? Помню. Вы тогда сказали, даже мой отец ничего не знает про нас. Скрываемся мы от него. А вы сейчас так хорошо говорили о нем. Не понимаю, что можно скрывать от такого человека. Скрыла я от него, что у меня ребенок. Отец ведь ничего не знает про Надюшку. Когда мы с ней на втором курсе остались одни, я сначала хотела ехать домой.
но растерялся. Сразу не открылся, а потом было поздно. Стыдно. Ветер поднялся. Давай ведро. Кто поймал-то? Я. Молодец. Дети, сейчас соберете уточки, осторожно садитесь в лодку. Едем домой. Расхватался, поймал какую-то малявку. Зря я вам все рассказала. Я вас так мало знаю. Ну, какой вы? Кто вы? Ну, как вам не стыдно? Не сердитесь. Слышите? А суббота сегодня. Танцы. 100 лет не танцевала. Можно пойти. На танцы? А что? А что? Уселись. Да. Едем. Домой! Домой! Ну, видишь, сама не знаешь. Свадьба у нас скоро. А ты хоть бы раз цветы мне принес. Цветы? А зачем они тебе? Наташа. Наташа! Тоже мне принцесса. Цветочки. Дай закурить. Это ты напрасно насчет цветочков-то. Цветочки в ртане всегда хороши. Эх, жаль, в нашей деревне цветов-то мало. Да при чем здесь цветочки? Цветочки. Не то сейчас время, правильно, Алексей Николаевич? Нет, неправильно. И время здесь ни при чем. Человеку и в космосе нужна будет ветка сирени. А это ты хорошо, Алеша, насчет сирени сказал, а? Это не мои слова. Я их вычитал в комсомолке. А, не, но все равно. Хорошо. Вера Николаевна. Свадьба у нас скоро. Про цветы не забудь, жених. Будет сделано. Поздравляю. Наташа.
Ну, послушай, ну зачем же так-то? У нас много общего. Например? Я тоже боюсь собак. Ну вот, пожалуй, и все. Когда вы улыбаетесь, вы удивительно походите на мою сестренку. Да? Да. Ну и что, это хорошо или плохо? Очень. Что очень? Очень хорошо. Что это со мной сегодня? Все время смеюсь, смеюсь. Наверное, к слезам. Пока я хочу уехать, пока я не уехать. Чего ты так долго? Я тебя ждал, ждал. А что ты меня ждал? Тебе давно спать пора. Ты мне книжку обещал почитать. Из пушки на луну. Будет сделано. Так что там интересного? Как что? Фантастика. А какая там фантастика? А звезды падают с неба? Падают. А можно поймать шапкой? Да можно, вот шапку надо иметь большую. Братишка, пойдем спать, а? Пойдем спать, пока я ходить умею. Ох, и пока я дышать умею. Спокойной ночи. До свидания. Понравилось ты им. Да и он тебе приглянулся. Я вижу.
Ничего я не знаю. Да что тут знать-то? А если еще раз обманут? Как же тогда жить? Как детей учить? Уеду я, Настя. Тяжело мне его видеть. Здравствуйте. 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 Кончается учебный год. Хорошо. Смешно? Иди ко мне. Иди ко мне. Ну, шагай. Шагай, шагай. Так. Ух ты! Какими судьбами? А просто так, никакими. Ага. А? Иди. Люблю ходить по дорогам. Они всегда одинаковые и всегда разные. Не имеющие ни конца, ни начала. Сливается одна с другой, расходится в разные стороны, с тем, чтобы снова сойтись. И всегда неизменно выводит к людям, к их домам, к их жизни. Вот и к вам пришел. А мы уезжаем. Надолго? Не знаю. Наверное, навсегда. Не уезжайте. Я сделаю все, чтобы были счастливы. И вы, и дочь, не уезжайте. Нет, нет. Поеду к отцу. Что он там один? Как же ты, милая, в их влезаешь-то. Вот. Ой, срамота. Приятного аппетита. Спасибо, не жалуюсь. Гражданочка. Это вы меня? Вас. От пристани до большего. Далеко тут? 3 км. Спасибо. А вам кого там? В школу мне надо. Ребятишек учить будете? Нет, нет, у меня дочь там, учительница. О, так я же ее знаю. Садись, садись. Ну, как она там? Хорошая она у вас. Жалеют ее все. Жалеют? Почему? Ну, вот почему. Сам знаешь. Молоденькая, а муж помер. Вас и жалеют. Что? Вы что-то не то говорите. Путаете. И ничего, я не путаю. И дочка у ей. Какая дочка? Какая-какая? Ну вот. О, какая. Никого у нее нет. Она одна у меня. Слава богу, еще не замужем. Вы извините,
Может, что и путаю. Я-то сама не из большего, а из соседней. Оно и видно, что из соседней. А чего это она не встречает-то? Эх, дочка. Учитель стал показывать Филиппку буквы. А Филиппок их уже знал. И немножко читать умел. Ну-ка, сложи свое имя. Филиппок сказал. Хве-и. Ле-и. Ли. Хве-ок. Ок. Молодец, сказал учитель. Кто же тебя учил читать? Костюшка. Я бедовый. Я сразу все понял. Я страсть какой ловкий. Учитель остановил его и сказал, ты погоди хвалиться, а поучись. С тех пор Филиппок стал ходить с ребятами в школу. Алена, расскажи. Ты чья такая? Почему Филиппок хотел поступить в школу? Алена, не вертись. Купила мать книги. Хотела их дать детям после обеда. Они мама никогда не ел книг. И все нюхал их. И очень они ему нравились. Очень хотел съесть. Он все ходил мимо сливы. Когда никого не было в горнице, он не удержался, схватил одну сливу и съел. Перед обедом мать сошла сливы и видит одно имя. Мама! За обедом отец и говорит. А где твоя мама? Мы съели кто-нибудь из вас одну сливу. Там. Ребята, откройте дневники. Бойцов, тебя это не касается? Вам кого, гражданин? К дочери я, к Вере Николаевне. Скажите, скоро кончится урок? Пошли! Вот и все. Непонятно. Порой у нас судят за пустяк. А тут сломают жизнь человеку. И остаются безнаказанными. Да каких же пор это будет? Что с тобой, доченька?
Опять что-то от меня скрываешь? Ты что же, даже родному отцу перестала верить? Как же ты думаешь дальше жить, доченька? Нельзя так. Из-за одного какого-то негодяя чернить всех людей. Не все такие. Есть хорошие. Слишком хорошие. Увези меня отсюда, папка. Увези. Настенька, передай это Вере Николаевне. Не любит она этого. На дорожку. Ладно, передам. Не понравилось ей у нас. К отцу она едет. В каком классе-то? И в каком? Ничего, пойдешь осенью. Зачем вы нашу училку увозите? Что она вам плохого сделала? А? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, можно ехать? А может, не поедем, а? Ничего, приедет другая учительница. Ведь это какая попадется. Иные деревни-то ерут, будто одолжение делают. А ты всем сердцем. Спасибо, дедушка. Только вот ничего особенного я не сумела сделать. Ты ничего особенного делать не надо. Душа в тебе есть. Привыкли мы к вам, Вера Николаевна. Уры как свои. Свадьба у вас когда? Да уж скоро теперь. Погуляли бы. Я уж думал, что вы детишек наших учить будете. Ну, учился. Вера Николаевна. О, цветочек. Давайте я вам помогу. Вера Николаевна, ты что ж, с Алешей не простилась? А? Нехорошо. Надо подождать. Не надо. Батя, когда ехал? Сейчас. Это мой отец. Мы едем домой. Значит,
уезжаете. Ну что ж, счастливо. На палубе ветер, а вы легко одеты. Ничего. Нет, я вам все-таки скажу. Я догадываюсь, почему вы уезжаете. Нельзя. Нельзя жить без веры в людей. Вы молодой учитель. Вы не имеете никакого права. И сейчас вы поступаете как напуганная девчонка. Я вам так резко говорю только потому, что вы мне дороги. Училка обратно приехала. Аленка, чего? Училка обратно приехала. Что это за случилка? Учительница. Ясно? Ясно. Пошли.